Бюджет Анапы на будущий год эксперты называют сбалансированным и проработанным. Динамика положительная, профицит составит более 11 миллионов рублей. По причине перераспределения полномочий городское здравоохранение будет финансироваться из региональной казны. А вот содержание культурной сферы полностью ляжет на плечи муниципалитета. Экономисты прогнозируют увеличение темпов роста показателей развития хозяйственного комплекса, доходов населения, показателей рынка труда. Расчет формирования доходной части бюджета основывался на прогнозных данных Управления экономики и инвестиций по социально-экономическому развитию муниципального образования на среднесрочную перспективу в отраслевом разрезе, индексах потребительских цен, объемах фонда заработной платы, показателях собираемости налогов, динамики за предшествующие годы, ряде других параметров, влияющих на изменения налогооблагаемой базы. Отличительная черта – социальная направленность бюджета. Более 75% всех расходов придутся на поддержку населения, образование, спорт и культуру. Для работников бюджетных учреждений, которые относятся к отраслевой системе оплаты, запланировано повышение зарплаты на 5%. Основные же расходы придутся на муниципальные программы. Таких в следующем году будет 19, каждая по своему направлению. В программе развития образования в 2019 году предусмотрены расходы в сумме 2 миллиарда 418,9 миллионов рублей, которые предлагается направить на обеспечение деятельности 44 детских садов, 29 школ, 9 детско-юношеских спортивных школ и 4 учреждений дополнительного образования. Помимо текущего содержания, в программе заложены средства на ремонт и строительство новых детских садов и школ, оснащение общеобразовательных учреждений оборудованием, мероприятия по обеспечению безопасности и многое другое. Теперь, после рассмотрения проекта бюджета в комитетах, 20 декабря его вынесут на сессию Совета муниципального образования. Если депутаты проголосуют за, главный финансовый документ, по которому мы будем жить в следующем году, будет принят. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Михаил Григорьев, Анапа регион.